11 июля в администрации прошло очередное плановое совещание главы Десногорска с руководителями комитетов и организаций. Андрей Николаевич объявил, что с 10 июля должность заместителя главы по экономике будет исполнять Антон Шестеряков. В комиссии по награждению определен список из 12 человек, портреты которых будут помещены на доску почета на Аллее Славы. Открытие доски пройдет в сентябре на праздновании Дня города. По решениям судов, в школах и детских садах должны быть устранены замечания по ремонту и благоустройству. Глава дал задание коммунальным службам города и лесничеству помочь образованию в решении этих проблем. Каждую пятницу комиссия будет проверять выполнение работ. Коммунальные службы готовятся к осенне-зимнему периоду. В рамках подготовки инженерной инфраструктуры города к текущему зимнему периоду продолжаются работы на тепловых сетях города. Сегодня проводятся гидравлические испытания на тепловых сетях 1-го и 3-го микрорайонов. В связи с этим сегодня отключено горячее водоснабжение по указанным микрорайонам. Значит, и по результатам испытаний будет, значит, дефектоваться и ремонтироваться тепловые сети при необходимости. Графики размещены на сайте, уведомление жителям размещено. Продолжаем работу по подготовке многоквартирных жилых домов к внесению предстоящего осенне-зимнего максимума. Первый этап ремонтных работ завершен. Места раскопок приведены в порядок и скоро зарастут зеленой травкой.